В Афганистане прошли массовые протесты в связи с убийством экс-президента страны Бурхануддина Раббани. Он скончался 20 сентября в собственном доме в Кабуле, когда к нему на переговоры прибыли представители Талибана. Один из них пронес в своем тюрбане бомбу и взорвал ее, приблизившись к политику. Одна из демонстраций состоялась в Файзабаде, городе, где Раббани родился. Улицы заполнились негодующими людьми. Они несли траурные портреты бывшего президента и выкрикивали лозунги. «Мы будем смело стоять против врагов устада Раббани, потому что он не был плохим человеком, и мы не боимся врагов нашей страны. Мы отомстим». В 80-е и 90-е годы прошлого века Раббани был одним из командующих афганскими маджахедами, которые воевали против советских солдат. В настоящее время он возглавлял Высший совет мира Афганистана и вел переговоры с талибами, призывая боевиков сложить оружие. Сотни протестующих собрались у дома Раббани в Кабуле. Выкрикивая «Бог велик!», они прошли по улицам афганской столицы. «Мы пришли выразить свое осуждение врагам мира и стабильности, врагам нашей страны и правительства. Мы осуждаем убийство лидера нашего джихада и сопротивления». Бурхануддин Раббани по национальности был таджиком. Теперь его гибель может усилить этнические разногласия в стране.